Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, а вы находитесь на канале Пир Есть. Сегодня вот такой вот вкуснейший интересный рецепт. Главным виновником нашего видео является куриная грудка. Будем готовить ее вкусно, сочно, нереально. Мне понадобятся вот такие вот помощники. Как обычно, граммы, литры, миллилитры будут в ссылочке в описании. Если вам это видео будет полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы погнали. Друзья, на меня не ругайтесь сильно, как обычно, есть секретики. Нам понадобится еще для рецепта сливочное масло, а вот 3 пластика. Поэтому ролики смотрите мои внимательно. Берем вакуумные пакеты, будем готовить курицу в суведе. Перед закладкой подворачиваем немного. Закладываем грудку. Соль, перец по вкусу. У меня дробленый. Соль морская. Буквально по щепоточке. Вот таким вот образом. Чесночок. Чесночок нужен будет, но я его предварительно немного порежу. Забыл порезать, друзья. Это вообще абсолютно не принципиально. Сейчас порежем. Вот так вот, на небольшие слайсы. И туда. Вторую грудку отправляем. Сюда же. Аналогично, соль, перчик, чесночок и туда вовнутрь сливочное масло. О, видно? Кусочек сливочного. Так, перчика я что-то не посыпал. Сейчас еще перчика. Ну и розмаринчик. У меня одна веточка идет на целую грудку. Этого достаточно. Ну, тут у нас такая мощная ветка. Ну, давайте ее заложим сзади продукта. Друзья, ну вот таким вот образом, смотрите. Значит, здесь соль, перец, сливочное масло, чесночок, а с другой стороны розмаринчик. С остальными грудками поступаем абсолютно аналогично. А второй лайфхак, можно сделать это все в тарелке. То есть посолить и заложить уже в вакуумный пакет. Можете поступить так вот, как я сделал со второй и с третьей грудкой. Друзья, в общем, вот такими вот несложными движениями и манипуляциями мы замариновали куриную грудку. Покажу пакет, как разворачивать. Ну, это чтоб шов у нас не пачкался. Но если вы аккуратно закладываете, то можно, в принципе, не заворачивать. Вот так вот. Все готово. Сейчас будем вакуумировать. Вот 3 наших грудки. Друзья, еще раз напоминаю, вам вакуумная машина нужна, которая поддерживает влажную вакуумацию. Вот, у нас она прогрелась. Все отлично. Начинаем вакуумировать. Покажу на примере одного пакета. С остальными мы поступим абсолютно аналогично. Далее запаиваем. Ну, когда у нас тут индикация полностью покажет все деления и сбросится на начальное положение, у нас будет все завакуумировано. Друзья, напоминаю, это не реклама. Просто показываю, как я готовлю сам дома. Друзья, мы все завакуумировали. Вот такие вот шикарные пакетики у нас получились. С розмаринчиком, с тимьянчиком, со сливочным маслом, с чесночком, солька, перчик,
остальные аналогичные абсолютно. Заводим сувид и будем готовить. Сейчас покажу, расскажу. Друзья, вот такой вот у меня сувид. Сейчас расскажу, как им пользоваться. Вот сувид-контейнер, который держит температуру от минус 40 до 100 градусов. Эта крышка поддерживает температуру внутри сувида. Сейчас нам надо сувид разогреть. В данный момент индикация показывает, что температура воды 54 градуса. Я сразу для экономии времени залил теплую воду. В контейнер входит 11 литров. Друзья, управлять сувидом можно как через приложение, так через его самого. Так, температура у нас будет 65 градусов. Отлично. Так, время ставим. Час. Ребятушки, обратите внимание на таймеры. Таймеры у нас, получается, по часу стоят. Соответственно, время не двигается, потому что основная температура, вот эта температура внутри ванной контейнера, не поднялась до 65 градусов. Как доберет температуру, прозвучит звуковой сигнал. Далее мы заложим нашу вкуснейшую еду. В частности, это куриная грудка, которую мы замариновали с вами немного ранее. Друзья, не отключайтесь, если это вам видео будет полезно, смотрите его дальше, мы продолжаем. Друзья, индикация прозвучала уже, в принципе, можно закладывать. Смотрите, сейчас будем закладывать. Все достаточно просто, я вот так вот приоткрываю пакет и вот так вот его зажимаю немного. Я придерживаюсь все-таки мнения, чтобы пакеты не касались самого сувида. Если вы считаете, что это ничего страшного, обязательно напишите в комментариях. Ну, если у вас, конечно же, сувид есть тоже, поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал. Друзья, таймер заработал, осталось 59 минут. Для вас, как обычно, секунда, а для нас 59 минут. Встречаемся чуть позже. Друзья, таймер сработал, температура поддерживалась в течение 1 часа. Друзья, наша грудка готова. Сейчас будем опускать ее в холодную воду. Это для того, чтобы снизить температуру продукта. По сути дела, сейчас в данный момент у нас прошла пастеризация. То есть мы пастеризовали курицу. Далее она у нас проходит этот температурный режим от 35 до 20 градусов, когда могут образоваться вредные организмы. Хотя они уже практически отсутствуют в данном блюде, поскольку мы готовили на безопасной температуре 65 градусов. После того, как грудка постоит, пакет, ну то есть термопакет завакуумированный с курицей уже готовый, постоит в холодной воде, либо во льде. Его можно отправить в морозилку или в холодильник, и данный продукт будет долго храниться в дальнейшем. Мы будем его доготавливать, сейчас покажу, придадим немного вкуса. Друзья, отлично все. Открываем вакуум. Какая ароматная грудка. Вот она с соком. Готовая прям. Убираем все лишнее. Чесночок. Ее, кстати, можно съесть, в принципе. Розмарин. Тимьян. На следующем этапе разогреваем сковороду. Добавляем немножко оливкового масла.
И отправляем грудочку на прогрев. Друзья, наша грудка прогрелась. Дали небольшую корочку. Переворачиваем на другую сторону. И также активно прогреваем. Ой, какая красивая. Все. Нас уже начало немного стрелять. Берем такую красивую тарелочку. И перемещаем сюда вот нашу грудку. Скомпонуем немного по-другому. Вот так вот. О. Друзья, это невероятно. Красивая корочка. И уверен, что сочнейшая курочка внутри. Давайте попробуем. Друзья, наступил вкуснейший момент. Давайте с края отрежем. Посмотрите, грудка полностью готова. Но она невероятно сочная. Смотрите. Я давлю, сок идет. Видите? Сейчас камера сфокусируется. Давайте попробуем. Еще кусочек. Друзья, это, наверное, самая вкусная грудка, которую я пробовал в своей жизни. Невероятно вкусно. Сувид творит чудеса. Если данное видео вам было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых вкусных встреч. Всем пока.